А-а-а, все пропало, все пропало. Как же я? Нет, стоп, минуточку, не с того начал. Ребят, всем привет-привет. Вы на канале Вот ГСН, и у нас проскочила новость по поводу того, что чат блокируется. Началась на эту тему паника. Многие ютуберы начали снимать видео по поводу того, что Wargaming сам себя хоронит и так далее. Ну а теперь давайте обо всем по порядку. Итак, все пропало. Ну, это мы уже проходили. Короче говоря, ребят, смотрите, какая тема. Проскочила вот такое вот сообщение. В этом сообщении описана причина, почему будет временно, ребят, блокироваться чат. И, честно говоря, мне до этих причин абсолютно ровно. И сейчас объясню, почему. Возможно, вы со мной солидарны. И если вы со мной солидарны по теме сегодняшнего видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что нам, ребята, с вами однозначно по пути. Итак, проскочило сообщение, блокируют чат, хорошо это или плохо? Первое, почему я считаю, что это плохо? Потому что каждый игрок, он имеет право сам принимать решение, хочет ли он читать чат. В лучшем случае можно было напомнить о возможности блокировки чата самостоятельно, то есть закрыть возможность показа сообщений и играй себе спокойно. Но с другой стороны, ребят, давайте будем рациональными. Первое. Действительно ли вы считаете, что вся переписка в чате во время игры, она помогает? Она действительно сплочает команду, она действительно дает возможность сообщить кому-то очень важную и полезную информацию? Действительно ли сообщения, которые в частности вы пишете, ну либо пишут вам, они не отвлекают вас от боя и подсказывают, каким образом максимально результативно показать себя в бою? Да в большинстве своем у нас в чате сообщения проскакивают вот таких вот говножуев, которые пытаются плеваться дерьмом. Вы уж простите, по-другому я это назвать не могу. Когда они сливаются, или даже если они еще не слились, они пишут чат по поводу того, что вы раки, вы стойло, вы стадо, вы еще что-то. И по большому счету этими сообщениями они не помогают абсолютно команде, они, по сути, отвлекают только больше игроков со своей команды, и они реально расстраивают игроков. И именно благодаря вот таким вот говножуям, по-другому я их назвать, простите, не могу, чат и блокируется. Блокируется временно. Со своими совзводными вы сможете общаться. И поверьте, сообщение от вашего совзводного порой куда важнее, чем сообщение от всей вашей команды. Вот эти все здорования в начале боя и прощания в конце, это, конечно, все очень клево, но от боя реально отвлекает. И вот сейчас, мне кажется, самое главное, блокировка чата временная, она реально станет проблемой только для тех говножуев, которые, как я уже сказал, плевались дерьмом. А знаете почему? Потому что вам, ребята, которые вот так вот делали, придется теперь это все не выплевывать в чат, а это все прожевывать и глотать. Поэтому, ребят, приятного аппетита, а всем спокойным танкистам нормальных приятных боев. Пока-пока! Мира вам, друзья мои, и спокойствия.